Так, короче, всем привет. Что происходит? Я решила подсобраться немножко. Ян, худеешь? Да. Я худею, ребята. Я сегодня во время разговора там 40 минут бегала на беговой дорожке. После, короче, пошла в душ. Вот сейчас собираюсь. Скоро у нас лобная. Поэтому такой момент. Я в ванной у себя. Я же до сих пор живу в четвертой комнате. Как дела у Кристины Артема? Слушайте, все нормально. Правда, недавно Артем умудрился потерять телефон, но его потом нашли. Нет, волосы не свои нарощенные. Настроение так себе, сразу говорю. Но уже получше. Мне кажется, я поняла. Утром я, короче, проснулась вообще без настроения. Меня прям клинило. Я не могла прям здраво разговаривать. Сходила к гинекологу. Да у меня нормально все, ребят. Все хорошо. Привет, фэмили. Я даже не знаю, на самом деле, что там показывают. Я не беременна, если вы об этом. Ян, всего хорошего тебе. Спасибо. Димасик оказался балаболом. Да пусть будет счастлив, ребят. Что вы трогаете их? Ну, им так нравится жить. Кому-то передаю привет. Я русская. Алена и Никита ссорятся. Ну, бывают у ребят ссоры, но что поделать. Мне кажется, нет таких людей, кто бы не ссорился. Я думаю, что момент притирки идет. Поэтому. Показать свою тоналку, да, хорошо, я чуть-чуть попозже. Лекса с Надей парафинят тебя в эфире. Ну, давайте так. Вы мне присылаете видосы, у кого в эфире. И потом говорите, то, что они у меня парафинят, похуй мне. Не от великого ума, наверное. Когда здесь ничего сказать не может Лекса, а там где-то за глаза что-то говорит. Так как она меня вчера обсуждала. Очень жаль, я думала, что у вас что-то получится. Нет. Ничего не получится. Нет, я, кстати, не расстроилась. Потому что... Что за блогер? Я не знаю, кстати, это гофрешка... Я бы сказала, какой фирмы, но уже стерлась. Ян, ты ушла от дома 2? Нет, не ушла. Да, это гофре для объема, поэтому... Я близнецы. Ян, ваша дружба с Димой закончилась, да? Мы даже как друзья больше не сможем общаться. Расскажи про свой блеск для губ. Это, короче, блеск от пуп, он стоит... Когда-то я его покупала, кстати, за 500 рублей, сейчас он стоит... Сейчас сказать, еще 5 минут. И машинка достирается. Сейчас, короче, он стоит 1000 рублей. Пупа обычно прозрачная. Я хочу, короче, знаете, что сделать? Кудри. Просто я не знаю, возможно так. Я сейчас в комнате у себя, в VIP-доме живу же. Как ему так нравится жить? Он гуляет налево и направо, а показывает, что она себя ценит. Господи, ребят, забейте. На поляне? Да. Я на поляне. Ты очень крутая. Спасибо большое. Бабское счастье. Нафиг всех, зато своя комната есть. Конечно. Я думаю, что трипер. Ни хрена себе. У нее трипер? Это у кого трипер? Вы о чем? Твоя кровать женская свободна? Нет, моя кровать не свободна. В женской я не забирала оттуда вещи. Ты красотка. И с тобой интересно. Да, Васильев больше не является участником Дома 2. Адеев и Альбина расстались, да. Короче, еще все проголосовали против съемки. Бывают? Съеки? Что за съеки? Что у вас там? Только что смотрела эфир Дым-бомбу. Правда, умеешь за себя писать? Конечно. Обижаете. Дим как видео ушел, да. Ну и плюс...
Против него здесь все проголосовали на пятничном голосовании прям единогласно. Поэтому он больше не является участником проекта. Он вчера еще так показательно выложил историю, где они целуются. Честно говоря, мне все равно. У меня нет чувств к Диме, поэтому нормально все. А ты в комнате Васильева осталась? Да. Я здесь живу. Когда нарощенные волосы снимешь? Зачем? Мне нравится, не хочу их снимать. С историей, с лекцией ты меня бесила и возмутила, но ты супер умница. Ого. Ребят, давайте, пожалуйста, не про Диму, мне вообще про него плевать. Нет, не было. Все, что вы видели, это только так. В эфире больше ничего не было. Против Димы голосовали, да. Ну, вот вы говорите, что там кто-то про меня что-то несет. Вы, пожалуйста, мне в директ присылайте видео, а потом говорите. А так мне все равно. Как бы, ну, бывает. Она не могла такого сказать, что у меня триггер, потому что у меня нет такого. Ребят, вы что? Чтобы был триггер, наверное, надо спать с кем-то, я не сплю с кем. Я даже, кстати, не знаю, что это такое, прикиньте. Да, Ирина сама ушла. Не думаю, что я буду долго еще, но все возможно. Это потом, что вы спрашиваете, как я делаю. О, нет, в Луне собираюсь. Я не хочу туда идти. Ничего, кстати, деньги больше у меня никто не помогает, ничего не помогает. Я думаю, что это, наверное, история, знаете, закрылась до того момента, пока я, типа, не ушла с проекта, может быть. Кто сегодня ведущий? Сегодня Дава ведущий. Да, Витя Манюкян. А чего Лина ушла? Нашла свою любовь и ушла. Сегодня, кстати, по-моему, на Ловном будет история, с кем она в итоге спала и все остальное. Диму выгнали, или он сам ушел, ответьте. Ну, вчера на голосование. Куда собираешься? Куда собираюсь? Пока просто собираюсь, а там, если получится, то пойду в город. Да, все голосовали против него. Ведущий, да. Я бы, кстати, я могла бы, мне кажется, стать ведущей. Надо сначала на Сейшелы сгонять, а потом хоть... Нет, не хочу так вот. Я хочу сейчас. Дима, а да, восьмой Крэбер, или как там, я не знаю, я же не слежу за его личной жизнью. Лобные к Даве. Нет, я хочу в город сегодня выехать, поэтому там дальше, может быть, я сейчас смотрю, Влад ее парню звонит, да. А кто курит из девочек, честно говоря, я не знаю, потому что я же не курю, поэтому я не слежу за тем, кто ходит в лес. Да, ты была бы хорошей ведущей. Все возможно. Какая своя длина волос? Сейчас я посмотрю. Я даже, кстати, не знаю. Мне кажется, у меня длина волос своя примерно где-то 45 сантиметров. Да, у меня бомба. Я обожаю, кстати, свою машину. Что у тебя за реснички сгиб? Я уже, кстати, забыла, прикиньте. Нет, у меня не было, кстати, секса с Димой. Поэтому в этом плане нормально все. Так, ты была крутая, ведущая. У тебя не так. Ага, спасибо большое всем. И обалдеете. Инка, если с мужиками одного попадается, можете все-таки... Не-не-не, спасибо, я не хочу себе девочку.
Почему все дома все ударились в ТикТок? В чем фишка? Не знаю, хорошая площадка. Там, ну, знаете, там нету, мне кажется, такого, как в Инстаграме. Инстаграм в последнее время что-то грузит очень плохо. Я вообще уверена, что Васильев... Ой, не, не надо. Тебе локоны идут. А что с тестом на беременность? Смотрите, у Элины просто была задержка в месяц, грубо говоря, у нее гормональный сбой. Но в связи с тем, что как бы мама ее очень сильно переживает, и мама заставила, грубо говоря, купить тест. Привет, Артур. Вот, и я попросила купить тест, и когда я звонила по видео, он просто не подумал, что я могу эфирно быть, и поэтому подумали, что я беременна. Ну как можно быть беременным человеку, если он не спит? Как бы я же не сплю. Я ни за периметром не спала, ни в периметре, поэтому забеременеть чисто физически даже не могу. Меня тоже Яна зовут, приятно познакомиться. Так, Адеев расстался. Как считаешь, Купина, честно выиграли квартиру? Да, конечно, честно. Я могла тоже участвовать в этом, так как все знают, что нас случайным образом туда добавили, но не было времени. Ты хорошая, просто единственное, поменьше лезь. Я люблю интриги. Там, где интриги, это моя жизнь. Иначе скучно. Давайте так, если я не буду задавать свои каверзные вопросы, то как бы как мы будем разбирать темы? Они сами ничего не скажут. Я вам больше скажу. Вчера даже Эдик сорвался на меня, хотя я ему ничего не сказала. Я думала, что я в голову ему дам. Реально, что Купина выиграли квартиру? Да. На Лобно идти надо. Еще не надо. Я ни разу не видела, чтобы... Как бы... Разве Алена... Я не знаю. Ян, что за утюжок? Панасоник, по-моему, был. Он просто заклин. Какой у тебя рост? 179. Нет, не расстался. Они вместе просто ругаются. Нет взаимопонимания. Его уважения до сих пор не поняла. С кем дружу? Это громкие фразы. Я нормально общаюсь с Бухенбалта, нормально общаюсь с Опенченкой, с Гориной. Квартира или бесплатное проживание? Нет, они выиграли бесплатное проживание. Без тебя было бы скучно. Да, я думаю, что так и будет скоро. Все, что с тобой связано, обсуждается в эфире. Ну, что поделать. Приятно же. Как-то у вас такой странный вопрос. У меня совсем ли нет родителей? А во сколько Лобное? В 9, через час. Ян, скинь свои детские фотки. Я, кстати, недавно... те, кто спрашивал, какая у меня длина, вот она. Я недавно, кстати, выкладывала детскую фотку. Димка кинул тебе? Кинул, конечно. Так. Ты классная, спасибо большое. Кто еще... Что сейчас делает? А как я вам покажу, если я сижу, короче, в этом... Я в ванной стою и утюжком пользуюсь. А все, я не знаю, кстати, где все. Кто, наверное, спит? А почему Назар-то ушел так странно, по-тихому, как это? Они эфирно ушли на Лобную вместе с Кристиной. Нашли свою любовь и пошли домой. Разве не так? По-моему, так это было. Васильев называл Гранта вафлей и сам ей оказался. Ребят, зачем? Да не оскорбляйте людей, будьте выше этого. Ну, типа, они вас не трогают, зачем? Если бы он вас трогал, тогда могли бы так называть, а так, мне кажется... Ульяновск, привет. Яна, научи меня жизни. Зачем, ребят? Адеев мерк себя ведет. Два самых неприятных типа на проекте. Адеев и Вася. Ха-ха. Я думаю, что люди когда-нибудь сделают какие-то выводы или нет. Лена и Алена, часто так бывает. Кто такие Лена и Алена? Ермакова не ушла, вроде собиралась.
Нет, живут с Даниэлем, все у них прекрасно. С Адимом тоже не спала. Я же сказала, ребят, я ни с кем не спала за 7 месяцев на проекте. Ну, как бы... Или вы думаете, что это не так? Да нет, кстати, Безос очень классный парень. Зря вы так говорите. Ян, ответь, плиз. Ты знала, что Дима побежит к Вике? Он тебе говорил или обманывал тебя? Как он мог? Все. Все верили в нашу пару. Я не хочу комментировать его. Мы с мамой давно тебя смотрим, а теперь папа присоединился. Ты самая настоящая. Спасибо большое. Мне очень приятно. Он тоже угрожал девочке Лекси, хотя с мужчинами он боится конфликтовать. Нет, извините, там был прикол в другом. То, что Лекса начала угрожать мне, и он сказал, что если ты что-то сделаешь, грубо говоря, то я тебе отвечу, раз ты начала говорить таким вот моментиком. Поэтому надо же быть готовым. Нет, я с ней не общаюсь и не вижу смысла. Как бы я, кстати, зашла вчера к ней в прямой эфир, где она у нее пишет, типа, ой, молодец, там что, типа, Захарова втащила. Она такая, нет, я не втащила, но хотелось бы. Что за утюжок, Philips или Panasonic, я уже не помню. Спасибо большое. С какого ты города? Из Санкт-Петербурга. Там не было спора, в этом вся загвоздка, как бы. Она же приходила изначально к Диме. Ну, тогда каким боком я внезапно всплыла в этом разговоре? Нет. У нас не было спора, мне без разницы. Мне кажется, вы бы хорошо смотрелись из бывшей... Нет, Игорь, господи, он же был на проекте еще до... Он же пришел намного раньше, чем Юля. Я же с ним общалась. Нет, он мне не нравился. У меня сильная депрессия. Как с этим бороться? Ну, хорошо, у тебя депрессия. Поставь себе там срок. 2-3 дня можешь поплакать. И на следующий день, типа, когда этот срок заканчивается, встаешь и идешь жить заново. Это такой момент. Главное, чтобы ты его не затягивала. Жизнь на этом не заканчивается. Яночка, будь счастлива. Спасибо. Как отношусь к Эльмире? Да нормально отношусь. Ну, типа... Все тип-топ. Что ж ты, морозина, сидишь в эфире? Ого, это вы кому там? Кого выгнали вчера? Диму Василию. Что касается Лекси, сама виновата. На вашем месте, конечно. Да, хорошо. Лобная через час, говорят. Так. Куда бы ты ни лезла, в пары все тебя кидают. Задумайся. Странно. Только я никуда не кидаюсь. Ну ладно. Когда свадьбу без... Не знаю. Главное, чтобы они не расстались по итогу. Потому что сегодня... Общаешься с Настей Стацует? Ну да, но сейчас не так часто. У каждого свои дела. Чего хотела сказать? А, про свадьбу Безоса. Как бы сегодня выяснилось, что Таня не так сильно его любит, и она хочет как бы давать ему ласку, но не может. Вот это вопрос тогда стал очень интересным. Как ты относишься к бабам, которые приходят в пары? Да мне пофигу, куда они пришли. Твое само с тебя найдет. Ну да, согласен. Так Дима Вики изменял или только переписки были? Ну, а то, о чем мы знаем, только, наверное, переписки. А на самом деле, одному богу только известно. С кем отдыхает Брянская? Ничего себе, вы тут вопросы задаете. Брянская же отдыхает, а не я. Блин, что-то у меня волосы электролизуются. И лак заканчивается. Классно! Ну ладно, это лучше, чем прямые волосы. Согласны? Я напоминаю цвет волос, более светлый он освежает. Нет, честно говоря, не хочу. Я не являюсь твоей фанаткой, но люблю тебя за то, что ты всегда по факту говоришь, становишься на сторону того, кто, по твоему мнению, прав. И неважно, любишь ты его или нет. Согласна. Для кого был тест? Для Элины. Нет, он сейчас не со мной вместе, поэтому мне не обидно.
Разочаровалась в Диме, да? Плевать на него. Вы капец схуднули. Все возможно, но хотелось бы еще. Сейчас очень активно стараюсь не есть. Ой, в глаз попало всякую ерунду. Хотя, знаете, мне недавно прислали посылку. Мальчик молодой, короче, ему, по-моему, 18. Он играет в хоккейной команде. Вот. Он играет в Воронеже. И прислал мне посылку. Спросил, что я очень сильно люблю. Короче, я люблю эти киндер, которые со злаками, и Равелла. Вот, я приезжаю домой позавчера утром. И у моего консьержа лежит посылка. Так что это было так приятно. Нет, мы никогда с ней не помиримся, ребят. Я думаю, что на этом все. Ты в женской живешь сейчас? Нет, я живу в этой, в четвертой комнате. Куда ты собираешься? Я бы очень хотела бы сегодня в город. Очень сильно хотела бы в город. Но как это получится, не знаю. Но я бы, короче, мне кажется, Вика скоро опять выгонит Диму. Ну да, у меня были моменты, когда она говорит, ой, я не хочу, чтобы он у меня жил. Он как-то пытался разнести мою квартиру. С прямыми волосами лучше. Все возможно, но хочется, короче... Чуть-чуть сейчас вот так вот. Дима, мне кажется, спустя время... Ой, как... Что-то, не знаю, что там не пишете. Вот, знаете, что я больше всего не люблю? Это вторую сторону накручивать. А кто там пиздит на Крис? Я даже, кстати, про Бухенбалта уже давно плохо не отзываюсь. Я ей писала... О том, что она очень сильно изменилась. Это реально так. Она после наркоза стала какая-то, знаете, как более спокойная, что ли. Менее... Блять, вот я терпеть не могу эту дичь. Сука. Короче, с этой стороны не так получается закрутить. А чья квартира, в которой почему-то сложнее... Что там пишете, не знаю. Вот сейчас бы мне... Короче, эта сторона у меня не получается накрутить. Так, Кристина моя землячка. Классно. Очень рада за вас, что Кристина ваша землячка. Блять, вот терпеть не могу эту сторону. Я, ну, гади, инсту гнали. Да, кстати. Выиграла миллион, а миллион в Инстаграме профукала. Но я думаю, что ее скоро восстановят, что? Захар. Ян, ты с кем? Насчет Нади, да, не подруга она. После дружбы, после всего было между вами... Ай, господи, люди всегда такие. Возьми меня на проект. Захар Соленко. О, началось. Ты же не возвращаешься на проект. Че ты тут смуту наводишь? Потом скажут ведь. Нифига, какие люди зашли. И безохранные. Там что-то говорят, что ты набрал плюс 10. Я не люблю толстеньких, Захар. Ты же знаешь. Что будем делать с твоим весом? Че телефон не берешь? У меня есть телефон. Вы же мне не звоните, у вас же нет моего номера. Захарова, будет эфир в ТикТоке? Да, сегодня будет. Мы уже должны кого-то выиграть. Я проголодался. Блять. Андрюш, привет. Соленко. И ты мне нравишься. Соленко, ты что тут смуту наводишь, а? Сейчас ведь пойдут новости. Ля ты хайпажор, а? Где там ты?
на проект к тебе пойду. Ну, конечно, пойдет он. Поэтому меня не отпускают, да? А, там, кстати, кто-то из старых участников возвращается. Но это явно не ты. Ты только тут болтаешь. Куда, в Дубай в следующий раз полетишь? Захар, меньше пей. Кинь ссылку на ТикТок. Ягодка 5 пятерок. Так что ты, я не понимаю, Соленка, ты на массе, нет? Поправился? А то что-то там Даня пишет, плюс 10, плюс 10. Я уж хотела испугаться, думаю, неужели? Завтра в эфирах будут обсуждать Захара и Яну. Ну да. Нет, не будут. Я же не выношу это из избы своей. Он просто прикалывается, ребят. Сахнов возвращается? Нет, Захар еще хуже Димы в 100 раз. Да не, он, кстати, симпатичный, Захар. Блять, как мне сделать волну в другую сторону? А? Надо, короче, звать, походу, Адриану. Захару не надо набрать, мне интересно, как это не надо, вы что? Секс-символ проекта, ого-го. С кудряшками классная, да, только, короче, я вот эту сторону не умею крутить, прикиньте. Да, блядь. Ян, правда, что Дима, да, куда собираешься? Я надеюсь выбраться в город. Ну, не знаю. Попробуем в другую сторону вести выпрямителем. Да, это только 77 на конце же. У тебя звонил как-то. Нет, не звонил мне никто на 77 на конце. Не смотри в зеркало, когда крутишь. Это сбивает. Тебе и так хорошо прическа. Кто считает, что мы подходим друг к другу? Ставим плюсики. Захар, ты чё тут начинаешь? Привет, Серёж. Ля ты, а? Ты реально думаешь, да? Вот так вот. Ну все, пиздец завтра будет, да? Новости все будут бомбить. Ян, когда ЧГ? Через год. Он просто решил, знаешь, это с одной Яны на другую, да? Да, блядь, не получается. Захар, ты что делаешь? Тут одни плюсы пошли. А где Адриана? Это ее обязанность. На проекте тебе прически делать. Нет, на сколько градусов утюжок стоит? На 200. Утяну за забор. Секс-символ на массе. 10 килограмм скинуть ему надо, да? Я не знаю, я сейчас зайду на его страницу, посмотрю, надо ему скинуть или нет. Захарушка, ты где, кстати, вообще? Блять, волны вот здесь нету. Давайте еще раз попробуем. Наберу попозже. Подними. Ты кто такой, что ты мне тут указываешь, что я должна сделать? Что-то мне подсказывает, что я с незнакомых номеров трубки не беру. Четко, да, дала понять? Блять, ёбаный нос. Извините, ребят, что я ругаюсь. Вот эта прядка меня убила, короче. На 200 градусов я поставила. Он таким: люблю тебя, напишешь в директ, обсудим дату прихода. Блять, сука, посмотри на него, что он делает, а? Ребят, я надеюсь, вы не... Кто хочет вес набрать в Кемерово к маме? Посмотрите на эту хрень, прятку одну. Выпрями и дай остыть, а потом сделай снова. Хорошо. Ребят, спрошу про Элину. Я отвечаю же про Элину, она ушла домой. Хайпожор очередной. Да он лапочка, лапочка. Нет, он не ждет Юлю, а понятное дело, что Юле он не нужен. Быстро крутишь, медленно делай просто. Ян, прошу ответить, ты общаешься с Элиной, почему она ушла? Я же сказала, ребята, она ушла по собственному желанию, нашла парня. Янка, ты в ванной плакала, когда Адеев зашел? Что показывали, да?
Да, было дело, умею, оказывается, плакать. Ребят, напишите Адриане срочно, чтобы она пришла ко мне. Это же трындец. Илина ушла, она в положении? Нет, она не в положении. Может, приведешь бывшего, с которым рассталась 3 года назад? Нет, не хочу, упаси Господи. Зачем оно мне надо? Нет. Ну все, пиздец, не получается. Сверху вниз утюг, вверх тормашками, от лица. Сверху вниз. Я научилась только одну сторону делать, понимаете? От лица, сверху. Ты быстро к людям привязываешься? Нет, я стараюсь, кстати, не привязываться к людям. Везде. Так, не в ту сторону крутишь. Ты очень красивая, заметь. Спасибо большое. Написала Адриане. Блин, не смей уходить с проекта. Я за тебя теперь только смотрю. Ой, к нам зашел такой хороший мальчик. У него такие классные видосы. Валя, привет. Вали тут. Ну вот это ник, конечно. Янка, ты куришь? Нет. Ян, у тебя так волосы сгорят. Зови Адриану. Да, ребята, я, короче, сейчас умру. Потому что у меня не получается эту сторону завить. Переверни плойку шнуром в другую сторону. Хорошо. Ракета-бомба. Петарда, пушка, пушка. Хорошо. Короче, я для вас сообщу новость. Но чуть позже. Я думаю, что, конечно, немногим эта новость понравится, но так надо. Увы и ах. Ты с проекта не ушла? Пока еще на проекте, ребят, бешу всех других своим нахождением, своими 5 копейками, как некоторые говорят. Все, блядь, я сейчас психовать буду, надо Адриану. Катька Горина, куда завиваешься? Для себя, видишь, не получается. Катя, а ты не видела там Адриану? Ты не можешь ей маякнуть, чтобы она зашла ко мне в гости? У меня не получается одна сторона. Ты хочешь завести животных? У меня есть кошка, она живет у моей сестры. Шнур вверх от лица. Обидно, что Купина выиграла. Это не голосование, а кусок говна. За 800 тысяч купила 400 тысяч малинок. Нормально. А, ты уходишь? Это не новость уже. Я не говорила пока еще. Да отвали ты уже со своим Артемом. Ты не туда крутишь волосы. Яна, вы помирились? С кем? Катя Горина, вообще люблю ее. Вы ее любите? Вот эту противную женщину вы любите. Я шучу, она классная. Яна, она, если она плохая и неинтересная, тогда выходи отсюда. Согласна, ребят, согласна. Почему ушла Алина? Сначала скушай Шурку, потом беги. Да зачем мне кушать кого-то? Катька Горина, привет. Там тебе Катька приветы передают, а у меня не получается. Кать, маякни эту, как ее там, Адриану. Я сейчас психовать буду. Короче, вот сейчас берем. Шнуром вверх. Блять. Скинь Адриане свой эфир. Вообще-то Николайчук. Давай новость. Кате 18, а по-моему ей, кстати, уже 19. Я тоже люблю Катю. Что в тебе нравится, так это зубы, форма, цвет, прикус. Ребят, я 3 года носила брекеты. Что за кудри-мудри, блядь, это пиздец, реально. Ребят, одна сторона, это просто топ, я делаю быстро, а со второй стороны у меня никогда не получается. Сейчас лысая пойдешь на лобное. Во сколько эфир выйдет? Блядь, посмотрите, что это?
Кто это такое? Ян, ты вообще бомба, не слушай завистливых баб. Да кого же я слушаю, ребят? Никого не слушаю. Ладно, буду крутить в эту сторону, пофиг, хотя бы накручусь. У тебя реально рост? У нее реально рост 170? Не знаю. Ян, где Дима? Дома уже? Уже дома ушел? Знаете, что я сделаю? Короче, я сделаю вот здесь. Он будет в эту сторону. Забей ты. Ты крутая. Да, короче, вот так вот. Короче. А здесь вот так сделаю. С одной стороны ожидание, а вторая реальность. Вот, все правильно, ребят. Так и есть, вот. Ну, блядь, это пиздец. Вы видели эту кудру? Просто что это? И вот опять Янка, одно и то же. Что такое? Не получается у меня кудря. Кругом сделай и зови медленно. Я сейчас, Катя тоже вышла в эфир. Позови Адриану. Леха вернулся на проект? Нет. Завяжи хвост и не парься. Да блин, позови Адриану, звони и выходи снова в эфир. Нет. Сейчас, подождите, короче, я сейчас вместе с вами позову Адриану. Аппаратная! Оксана! Да? А скажи, где Адриана? А ты можешь ее позвать ко мне? Скажи, срочно зову на 5 минут. А зачем? А у меня не получается одна сторона кудри. Что? Спасибо. Сейчас ко мне придет. Вы поняли, да? Вы правы. Легче было так сделать. Ян, ты не враг. Вот. Ого, кто мне написал? Глеб Женщик, прикиньте. Кать, позови Адриану. Так, возьми волосинку, обвей вокруг утюжка. Яна, мне нравится. Такая живая, приятно наблюдать. Спасибо большое. Сейчас, короче, она придет и завьет мне вот эту сторону. Я буду красивой. А то... Кстати, так странно, сразу волосы настолько уменьшаются при этом. Блядь, бедная. Вот эта прядь ей так досталась. Сейчас, ладно, я ее выпрямлю, чтобы она ее... Не буду выпрямлять, а у нее уже этот, она уже электролизуется. Короче, нет, с ней не мирилась Янка, губы свои, нет, я делаю Росита, она очень крутая, кстати. Ты и так красивая, выпрями, пока она идет. Нет, короче, пусть она кудрявит мне эту сторону, но что-то жопа. Я, кстати, платье еще постирала. Как называется велодорожка, на которой ты бегаешь? Слушайте, ребят, сейчас я вам покажу ее. Все, успокойся и жди спасателя. Да, это точно. Так, короче, вот так вот сейчас я повешу платьишко на этот. Смотрите, какая дорожка. Сейчас я вам покажу. Она реально крутая. Просто дома, если такое поиметь, она, если что, складывается... Вот, короче, она складывается. Вот здесь вот, где ножка, здесь время, сколько калорий, все остальное, километраж показывает. И здесь управление. Не обижайте, пожалуйста, Адриану. Хорошая девочка. Адеев ушел? Нет. На вас подписались. Спасибо большое. А почему в выходные нет Дом 2? Он есть, он только вечером. Налобная такая красивая выйдешь. Нет, я надеюсь, что я все-таки поеду в Москву. Как вы думаете, придет Адриана или нет? Телеки старых участников показывают во сколько? А на канале Ю показывают, по-моему, в 12, что ли, или в 11. Я не помню, честно говоря.
Во сколько идет дом 2 по выходным? Название скажи этой дорожки. Галинский. Сейчас скажу. Посмотрите мой второй подбородок. Ребят, не смогу сказать, потому что здесь все так заклеено. А что за приколы? Я не знаю, честно говоря, как она называется. Прикиньте, здесь все так заклеено, что даже не отдирается. Сколько литров воды в день пьешь? Честно говоря, да, здесь, короче, просто где-то наклеено, не понимаю. Я пью не меньше 2 литров. Потому что если я хочу, чтобы у меня был обмен веществ еще нормальный, то больше 2. Кстати, тогда не этот. Выводится, короче, все из организма. Нет, Элина ушла в понедельник. Эта дорожка на зоне стоит 45 тысяч. Вот, видите, даже вам все сказали. Неприятная спальня, невезучая. Съезжай с нее. Хорошо, обязательно. Как там Алена с Никитой? Все прекрасно. Что ты чувствовала, когда после прихода на проект тебе начали писать гадости незнакомые люди, помнишь? После чего была большая война с хейтом. Честно говоря, мне все равно. Я спокойно к ним отношусь. Хейт, он же делает мне статистику. Они мне пишут гадости. Я понимаю, что у них в жизни не все так прекрасно. У меня такой же вопрос. Почему так долго? Где Адриана? Что, сбрасываешь вес? Да, я сбрасываю вес. И плюс, как бы, беговая дорожка, она приводит тело в тонус. Сложно ли попасть? Да что ж такое-то? Спрашивают, бронировать ли столик. Я не знаю, потому что меня еще не отпустили. Где там Адриана? Что она так долго? Не знаю. Меня пригласили на проект. Так получилось, что у меня стало очень много в обсуждениях. Меня позвали. Когда у тебя будет достойный мужик? Адриане нравится кто-то? Не знаю, честно говоря. Лучше стало выглядеть. Уже сбросили, кажется. Где Адриана? Посмотрите, что происходит за мной глаз! Я жду Адриану. Ты что подглядываешь за мной? Ты позвала Адриану? Прям прикиньте, глаз на зуме. На зуме глаз. Я не общаюсь с мужиками. Поэтому вы не увидите переписки. Переписки не увидите с парнем. Что-то там вот. Вот там вот сзади прям нехороший глаз. Чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук. Как ты относишься к паре Жени и Насти? Нормально. Это дорожка дома 2, да. Позови девушку Эдика, она же тоже мастер. Не, не хочу. Я хочу, чтобы меня Адриана заплетала. Меня смотрит 1300 человек. О, все, отвернулся глаз. Залепи жвачкой, да. Мы живем в таком мире, что главное доверять себе и своим принципам. Будь верная, так похер, что думает. Согласна. Глаз, привет. Да, закончилась любовь. Писать тебе бесполезно. Куда? Тебе хорошо с волнистыми волосиками. Разведка в деле. Да, разведка в деле. Сейчас эфир идет, где ты плачешь. Как это? У кого-то уже 11 вечера? А как вы понимаете, что вас снимают? Ну, вы только что видели, что там повернулась камера и... Зум пошел на меня. Кто ты по гороскопу? Близнецы. Ян, красотка, никого не слушай. Спасибо большое. Вика терпела года. Просто жесть. Да. А рыжая свалила? Нет. Элина беременна? Нет. Красотка, смотри, дом 2, только дитя. Спасибо большое. Как поддерживать фигуру? Пейте воду и исключите мучное. Тяжело под камерой? Нет, честно говоря, я уже привыкла. Ты будешь в эфире с этой камеры на телеке? Нет. Почему ко мне Адриана не идет? Нет, уже не снимает меня. Крис и Артем вместе. Обожаю твой характер, стержень. Всегда такая. Да, спасибо большое. Где Дава? Гримируется, наверное, не знаю.
Яночка спросит. Нет, я не в отношениях, он уже не является участником проекта. Малинки кто выиграл? Я. Я сегодня выиграла малинки по эфирам. Вам разрешили телефоны в любое время? Нет. Будь немножко женственной, а то мужики тебя побаиваются. Да плевать я хотела, кто меня побаивается. Мне не позволишь, что ли, Адриана? На 10 минут уже идет. Характер у тебя бомбический. Да, спасибо большое. Дима сбежал от тебя? Да. На что потратишь малинки? Не знаю, я пока, кстати, их еще даже не выводила. А, то есть, когда они поворачиваются, а сейчас отвернулись, прикол, да. Женя с Настей надолго уехали на 10 дней? Если боятся, значит, не мужчина. Ян, можно тебя позвать на кофе? Все возможно. Что такая пухшая? Не знаю. Жесть, не люблю, когда за мной наблюдают. На доме 2 я бы с ума сошла. Да нет, вам так кажется. Ты очень крутая, Ярка. Ты уже плачешь от одиночества? Нет. С Миленой общаюсь. Да я, кстати, со многими общаюсь. Адрес заблудилась. Походу. 24/7 съемки идут. Кто-то с телефонами, а кто-то нет. Яна, сходи сама за ней. Я так сейчас, походу, и сделаю. Сейчас идет, где ты в малинках участвуешь. Да, так вы можете меня снимать и отмечать. Я буду смотреть, и если мне понравится, я даже репостну. Кудри сделает. Как попасть на дом 2? Легко. Съемки весь день, да. Бухенбалты из-за чего вчера ссорились, не знаю. Тут к нам зашла Ангелина. Вот, мы ей даже помахаем. Я пока не знаю, бронировать стол или нет. У меня даже еще лобного не было. Сейчас через полчаса будет лобное с давой. И после я узнаю. Я вот пыталась, короче, закудравиться. У меня еще пока не полностью всю голову получилось. Я же тебе ответила, что пока не могу узнать. После лобного только узнаю, бронить или нет. Я, кстати, чуть-чуть повздорила с... Вот. Ян, каким тональником пользуешься? Привет с города Ленин. Сейчас покажу свой тональник. Мне, кстати, вот этот нравится. Кларинс. Поедешь на море? Да. 108,3 цифра. И еще мне нравится. Вот этот сейчас. Мат-контроль. Ян, а как с Бузовой отношения? Она же хорошо к тебе относилась. Ребята, о чем идет речь? Причем тут Бузова? Не знаю, спроси, где Адриана. Не знаю. Ладно, 1 миллилитр в губах. Короче, выхожу из прямого эфира. Давайте пупсики, покасики. Клавочка, привет. О, походу идет. Да! Ни хрена ты заорала. Ты знаешь что? Тебя уже тут все 15 минут ждут. Кто? Мы позвали тебя 15 минут назад. Тебе сказали, зачем позвали? Нет, я одевалась, думаю, на лобное сразу еще скажешь. Да? Теплее одевалась сразу. Мы позвали тебя. Да. У меня не получается вот эта сторона кудри сделать. Слушай, я знала, что это велик. Да? Это не фигня. Да, вы слыхали, я да? Же, я же спала, проснулась, я могла да? еще полчаса поспать, но Захаровой надо закрутить волосы. Ты реально спала, да? Да. А что тебя? А все... я еще такая проснулась, а сказали лобные через час, я такой, о, еще полчаса. Поставлю. И тебе что Оксана сказала? За них янки, я такая думаю. Может, вообще где-то Эдик пришел. Я думаю,
Ой, давай. Да! Спасибо, Оксана! Да, если бы ты ей сказала бы, она бы не пришла бы. У меня, короче, не получилось на эту сторону сделать. Я поняла. Видишь, этот. Ладно. Адриане, привет. Мы всем дружным коллективом тебя ждали 15 минут. Все еще спрашивали, она всегда такая медленная. Да. А я, знаешь, такая не тороплюсь, думаю. Ладно, что-то подождут. Думаю, может быть, приду, сейчас скажут, уже и не надо. Думаю, пойду обратно спать. Нет. Все... Зато проснулась. Ну, правильно, будешь больше. А Ермакова сказала, типа, Адриана нужна, чтобы косички заплетать. Еще и на накручивать согласно. Это, по-моему, кстати, это... Вчера в этом. А, это Ермакова все-таки сказала? Да, на лобном. А-а-а. Кудри для Давы, да? Это просто, знаешь, кто начал первый говорить про косички? По-моему, Бухенвалды. Больше не буду заплетать, а то она меня постоянно просит. Пошла в жопу теперь. Не буду теперь заплетать. А что ты эти косы переделываешь? А, все, я вижу. Я просто все это смотрю. Ты не трогай ее, просто посмотреть. Может, где-то надо подкрутить. Колбаса пришла. Колбаса. О, помнит же, полюбила колбасу. Да, пишет. Халявную. Кристина также говорила. Почему про Адриану говорят, что она тухляк? Она не тухляк, разговаривает же норм. Ну, да, могу. Бывает. О, 89, привет. Что? Как дела, 89? Да, это мальчик молодой. Кстати, симпатичный. Да? Да. Сюда не хочешь? Не, я просто мой хороший знакомый. Чё, как дела? Выспался? Как вы расстались с Димой? Какая причина? Ребята, обычно. Крис говорила про Адриану гадости, а потом свои же просит постоянно ей плести. Вот, я отхожу. Помню. Что там отходишь? Давай уже. Ты лысая, что ли? Согласна. Ты ещё пьяный или уже всё? У меня, кстати, я заметила это. Я подписана на симпатичных парней. Не всех, правда, но... Дима снова с Викой, да. Крис говорит про Адриану, что у нее воняет у кровати. Классно, почему я только сейчас об этом узнала? Да ты не слушай, они же там могут еще и приврать. Адриана брекеты ты сняла? Нет. Так что, Дима ушел? Да, вчера против него все проголосовали, поэтому он ушел. Где Дава? Пропал ты, красотка. Мне плохо сегодня, целый день. Я думаю, капельницу сделать. Я тебе еще днем писала, чтоб ты сделал капельницу. А ты лаком что, тебе подшикали? Я чуть-чуть попшикала, да, лаком. Хочу на дом 2. Напишите Ермаковой. Может быть, вам фортанет и вас возьму. Почему они постоянно в шапке? Блохи? Мандавошки. Набей лицо уже, Лекси. Зачем? Я выше этого. Всегда. Чем морать свои руки об непонятно кого. Нет, в эфире есть, как она говорит, тут воняет. Адриана плохо, поэтому надухарилась. Понятно. Ты беременна? Конечно, от святого духа. Вон, от 89 забеременела. Просто с ним по телефону поболтала. Яночка, у тебя носик сексуальный. Спасибо вам большое, мне так приятно. Да пофигу, что там Крис говорила. Неправда. Все, хватит. А что Майя говорит, своя квартира, это же съем дали. Ну, слушайте, своя, это хотя бы тебе не нужно платить за нее, как за съемную. Вы видели, кстати, там трешка просторная. Я, кстати, видела, там кухня большая, комната. Да. В туалете даже есть раковина. Да, да, да. Там нормальная такая. Ну, понятно, что туда надо вкладываться, но все же. Когда Адриана пойдет домой? Когда рак на горе свистнет. Когда Адриане, что она красотка. Очень испортила свою внешность губами в эфирах. Да, блядь. Не губы, а писька.
Еще вечно их уткой. Воу. Вот так, что ли? Слушайте, я посмотрю на вас, если вы, сука, браки наденете. У вас не только губы уткой будете. Это про меня сказали. Вот здесь еще, Адриана, у меня вот здесь лица тоже не сделаны. Вы охуенно бейте ебло, кто пиздит не так. Да, зачем руки морать, непонятно что. Сколько вам платят? Платят, короче, вареной колбасой и сырокопченой. Все, еще десятком яиц. И бывают шоколадки. Да. Мы хорошо ведем себя. Парень Вики сказал, что у Адеева рот как бульдозер. Господи. Я думаю, что... Диме только не жму оскорбить кого-то. Нет, это не Дима, это Адеев. Ой, это Эдик. Эдик. Почему Крис и Артёма? Да нормально не все. Вы что, в туалете? Конечно. Сижу, ссу прямо у раковины. А у вас в спальне тепло, мне кажется, у вас холодно. Ну. Кстати, есть такое. Захарова змея. Естественно. Лучше гнать. Адриана неприятно смотреть. Лучше пусть не Адриана смотрите. Ушла, чем ты интереснее в тысячу раз. Не смотрите. Кто-то пишет, что тебе была блондинка лучше. Да. Хочешь, пойдем покушаем? Так приятно прочитала мой смс. Ну да, кого увидела, того и прочитал. Я с этой пряткой, чтобы ты понимала, шпилевилилась здесь 1.5 часа, наверное. Что у вас с Димой? Вы очень хорошо смотритесь. С каким Димой? Ничего, у меня нет парня. И не было никого. Да. Куда собираетесь? Я вот собираюсь на Лобное, плюс я собираюсь, короче, если мне повезет, куда-нибудь в город. Какое образование у тебя? Высшее образование. Ян, ты мне нравишься, родственная душа. Хочу увидеть тебя в отношениях. Интересно, боюсь, что... В периметре вы не увидите меня в отношениях. А кто будет косички заплетать? Пока Яня не найдет себе личного парикмахера. Это про тебя, типа ты не должна уходить. А вы продолжаете с Димой общаться? Нет. Это как мне писали, что ты носатый подлизываешься? Господи. Я отвечала на то, что они не различают разницу подлизываться, или подстиливаться под человека, или, уважать его просто как личность. Я говорю то, что за Янкой надо, наоборот, наблюдать, следить и учиться. Ребят, я никогда в жизни не была мусульманкой, я православная, поэтому не надо мне тут ничего приписывать лишнего. Не хочу, чтобы ты уходила. Хочется видеть тебя в эфирах. Ну, бывает. Вам говорят заранее, кто придет? Или вы узнаете на Лобном? Конечно, на Лобном. Если бы мы это знали. Да. Ладно, пупсики, наверное, выхожу, короче. Всем пока! Я сегодня зайду в ТикТок попозже, после Лобного. Если меня никуда не отпустят, то в часов 11 явно буду уже здесь. Или после Малинок сразу.